Нихау, бродяги, сегодня мы вам покажем то, что никто никогда не показывал. И это арамболик. Поехали. Нихау, бродяги, посмотрите, кто ко мне в гости приехал. Привет. Это Надя. Если кто-то не знает Надю, посмотрите влог, как он назывался? Собрал друзей и поехал на Редифорд. Вот. Надя ко мне приехала из Мумбайска, где она работала на шутингах. А на сколько ты приехал? На 3 недели. На 3 недельки. Вот мы идем ей искать жилье по местам, где жили раньше наши общие друзья. Вот. Вообще жильем сейчас, конечно, туговато, но в целом тот, кто ищет, тот всегда найдет. Такой красивый гестхаус, прямо у моря. Надя знакомых увидела. Мы направляемся к Павлу. К Павлу. Привет. Здравствуйте. Вот, Паша, ты похудел. Чуть-чуть есть. Блин, я так тебя рад. Смотри, хотел убраться чуть-чуть. Как дела? Уже еще лучше. А, Богдан, давай я подержу камеру. Здорово, Паша. Оля. Вообще рад очень. Вот старый новый знакомство лучше. Да. С Пашей мы познакомились в прошлом сезоне. Получается, вот уже в новый приехал. Что-то показывай нам свои апартаменты. Тут пока немножко не убрался. Ну ладно. Зато это будет вот как есть. Как есть, я, конечно, Паша. Вообще не парься. Первый дубль это обычно не про меня. Куда? Право, лево? Нет, сюда, welcome. Ну вот кухня, скажем так, сейчас осветит. Где, вот это? На улице? Да, я все сюда выношу. Ага. Ну такая вот. Пока это только в процессе все. Вот вешалку буквально час назад вешалку делал. Хендмей, все хендмей. Вот вешалочку вот. Машина сверху камень. Сверху камнем придавил. В общем. Как ты наверх камень? Ну, на стул он очень такой сильный. И я сильный, камень тоже сильный. Full power. Камень. Да, ну что-то в этом районе. Я скала, да. В этот раз я приехал скалой сюда. Да, холодильник прям возле кровати. Но он будет на троих, скорее всего, просто. Ну, пока так, как я первый русский, как сказали, то есть холодильник пока у меня. А, то есть тут комната свободная у тебя рядом, да, получается? Рядом еще, вот смотри, вот сейчас свободная вот эта комната, а там уже ребята вот живут, но они не на голову. Тоже хорошая комнатка. А за сколько снимаешь? Это надо говорить настоящую цифру или нет? Да. Но я снимаю за 8. За 8. Такой цены, скорее всего, вряд ли будут. Попросились говорить, что 10. Maybe 12, скорее всего, будет. 10-12. Ну, это понятно. Ну да, такая маленькая комната, по сути, нет, совсем. Ну, да. Здесь есть свой кайф. Не, ну туалет вообще шикарный, надо сказать. Подожди, а где ванна? Ванна? Джакузи? Джакузи заказывал? А где, подождите, где хитер? Хитер, нагреватель? Да. А, он как у меня в первой комнате тоже так, в которой я жил, не было хитера. Может, у меня как бы, наверное, скорее всего, нету. То есть я купаю, что солнце даст. Да. Что солнце даст? Как звучит, блин, согласен. Так, ну что вам еще? Ну нормально, Паша, нормально. Слушай, не, вообще нормально, как бы у тебя хорошо, что угловая комната. И да, угловая тоже такая же. Вообще вот на третьем этаже свободная комната, она будет, ну, вот. Она открыта? Пойдем посмотрим. Пойдем. Вот это, 303-й, хороший дом. А ты давно здесь спал? Недельку. Да, где-то, ну, 3 ноября я прилетел. Ой, тут даже с белой простыни, вау. Ничего себе. Запах мунсуна еще. Ну, да, надо открывать, просто открыть надо. Угу. Но эта комната тоже по мне как видчик. Слушайте, ну много же свободного жилья получается здесь. Ну много. Да, все жалуются. Да. Нет. Просто как бы не надо ни на кого надеяться, только на себя. И во всем причем. Правильно. Правильно. Но самое крутое, что здесь море, вот буквально за пальмами. То есть 50 метров, и вы уже на берегу, на Арамбольском, и все круто. А здесь тихо, Паш? Пока да, потому что народу, кроме меня и еще вот ребята, вот русские вот здесь вот в углу. Mm-hmm. Здесь, не знаю, тоже там две семьи, и еще у меня тут. Пока тихо, только в своей компании. Что будет дальше, только время покажет. Правильно, надо хороших соседей тебе искать. Однозначно, поэтому как бы все, кто самые лучшие, не то что самые лучшие, адекватные, это самое главное. Адекватные люди, welcome. Крейзи, мы сами крейзи, поэтому крейзи на крейзи. Плюс на плюс. Че, как тебе, Надь, комната?
Не, ничего, кстати, если она бы вот восьмерку или десятку стоила, ну, нормально. Ну, за 12. Нет, я тебе говорил, как есть, а так и можно. Можно с мамой поговорить, если тебе устала, вот эту я бы занял. Не, это получше, конечно, чем на втором. Да. Ну, освободится еще та, которая вот угловая. Я думаю, что они недолго будут здесь. Ее тоже. Что прикольно, что второй этаж такой раз, и ты все, и такой уже запорхал. Кафешка, пожалуйста, ребят, вот, уже строится, сейчас будет. Ну, короче, в конце месяца уже они запускаются. Надолго тоже? Я думаю, навсегда. А как же твой бизнес? Ну, это риторические же вопросы. Они здесь как бы уместно. Так я сам пока ничего не знаю. Ну, сегодня у меня встреча с вами, пожарить рыбки, пообщаться с людьми. А, все, дальше. Рыбку. Конечно, она у меня уже куплена, почищена, ждет в холодильничке. А меня приглашаете? Конечно, конечно. Мы можем не сейчас, когда вот запланируем, рыбка ждет. Рыбка ждет, это самое главное. За соточку, ребят, за соточку. 100, если 100 минус 20%, я посчитал уже, 8 рублей одна рыбка, это макрель небольшая, похожа на нашу ставриду. Чистая, как серебро. То есть ты ее берешь, вот, просто почистил, приятная рыбка. Вот, пожалуйста, выходите здесь на пляжик через 3 минуты, и там лодочка. И была позавчера был день какой-то необыкновенно насыщенности. Было необыкновенно много рыбы. То есть рыбы было очень много. Там я дальше прошел все лодки, и они прям выбирали ее, выбирали, выбирали. Такое впервые вижу. Здравствуйте, господа. Милочка, собака. Лодочка. Госпожа. Нет, это да? Господин. Господин. Ой, ну да, там господин большой у него. Да, господин большой. А Надя приехала к нам из Мумбайска, получается. Она там работала на шутингах. А расскажи, как там, чё? Как там, чё? Ну, в самом Мумбаи ужасно, отвратительно, шумный, грязный, вонючий город. Вот, что я могу сказать. Сколько денег платят? На шутингах? Если это бэкграунд, то платят где-то 5-6 тысяч. Вот так вот, за одну съемку. Это 12-13 часов. Если это танцевальный шутинг, то от 7 и выше. Если это ивент, то также от 7 и выше. А как ты искала работу там? Изначально я еще на Go, мне давали контакты. Вот, я писала всем агентам. Один агент написал мне, типа, что он оплатит мне проезд, проживание. И я вот с ним работала какое-то долгое время. А потом уже сама нашла жилье. Вот. И переехала туда. И так потихонечку контакты стали собираться, и стала писать всем агентам, и там уже... А сколько в месяц за жилье платила? Я плачу 15 тысяч в месяц, плюс 15 депозит. Но это вот прям исключение из правил, там обычно бешеные, спасибо, Паш, бешеные депозиты, типа там 50 тысяч рупий, там 1 лак, например. 1 лак это 100 тысяч рупий. Вот. И, допустим, цена где-то там от 25 и выше. Это я живу в самом конченном районе Мумбаи, называется Кинака. Вот, там такая портовая, или как она называется, транспортная улица, где всякие... Портовая, да, портовая улица, где там типа помойка, слам, ну, типа, всякие бедные, ну, как бедные, они бедные не только финансово, но и вот здесь. Короче, люди, где ты идешь, и там тебя «Форенер, форенер, форенер, смотрите, форенер!» Ну, короче, вот такая вот фигня. А сколько в месяц на шутингах можно заработать? Ну, да по-разному, смотря сколько у тебя работы. Ну, сколько у тебя, окей, выходило? Ну, у меня, наверное, около там, 90 тысяч, это так. Ну, это если ты нормально работаешь. Можно и больше зарабатывать. Просто если там по ивентам ходить, по бэкграундам, там в клубах работать, например, можно сотку и больше зарабатывать. Но для этого нужно знать прям много агентов. И уметь там танцевать, например. Ты умеешь танцевать? Of course. Английский важен? Английский важен, да. Ну, ломаного английского хватает. Поэтому там просто нужно понимать, что от тебя хотят. Вот. И, в принципе, это будет понятно через месяц работы. Какие-то базовые там фразочки и все. Если ты хочешь какую-то роль, ну, тогда, наверное, да, нужен хоть какой-то английский. Или у тебя должен быть какой-то типаж такой необычный. Вот.
Ты вообще приехал в Индию без английского, то есть, ну, как я помню, сейчас ты уже ну, как-то знаете, можешь, да, формировать? Ну, знаете, hello, how are you, я как бы нормально говорила. Ну, hello, how are you, нормально, да, ты говорила. Ровно три этих слова. Это уже пятый левел, однако. А ты, Паш, как с английским идти? Я даже, надежда у меня была, is a teacher. Ага, даже hello, how are you не знал. Maybe. Я, допустим, yes. уже на том уровне английского, когда тебе говорят nice to meet you, ты должен ответить не me too, а you too. Ничего себе. Это уже что там, чтобы А2. Так я, получается, на уровень ниже тебя уже, что я этого не знал, да. 15-й левел. 15-й. Это уже 15-й левел. А сколько их, 1000 всего? Нет, 100. Тогда 100, уже... просто 100. Это извечный вопрос, сколько чакр? Короче, моего английского там, я уже немножко и хинди выучила. Я Вау. Знаю, короче, точно, руку эк минет, это подождите одну минуту, это я таксистам говорю, чтобы они не уехали. Чело-чело, ну вообще ну, у них это означает, история. Вообще это у них типа давай ко мне наоборот, типа кам, как бы. Кам? А мы это используем, типа... Может быть важно ударение? Как факов. Как подача? А? Нет, у них чело, ну, типа, одно значение, типа, наоборот. Типа, иди, наоборот, сюда. Давай, давай, типа... Это у нас просто давай имеет два смысла. Типа, либо давай, давай, либо давай, давай. А у них оно один смысл имеет. Типа, давай, давай, типа, иди. И когда мы говорим чело, чело, они, типа, ломаются немножко. Потому что они не понимают, что это значит, как бы. Ты вроде им показываешь отвали, а вроде как бы и зовёшь. А, Надь, а Мумбай вообще опасный город? У меня там телефон украли. Слушай, ну я не знаю, ну да, наверное, опасно. Там нужно постоянно бдить, только расслабишься, и все, тебя либо обокрали, либо... Обоссали. Обманули где-то. Она, видишь, такое опустила, просто обоссали, поэтому это не самый больший проблем на самом деле. Обманули, обокрали просто выше. Если у тебя суржик, русский, английский. Да, да, да. Ну что, в Марсан-Бэй посмотрим, да, там жилье. Сейчас смотреть жилье, уже определимся. Так круто, на самом деле, встречать людей с прошлого сезона, как будто новая смена в лагере началась, и все те же пионеры приехали. А мы сейчас идем в ГСК, с которым Надя жила в прошлом сезоне. Ну да, мы потерялись чуть-чуть. Тут эти катакомбы португальские. В прошлом сезоне Надя там жила и платила сколько? 9 тысяч, да, ты, по-моему, там снимала? Не-не, я снимала 12 в месяц. А, 12 в месяц. А сейчас сколько они хотят? 15 в месяц. 15, да. Ну, то есть цена подросла немножко за полгода, да, по сути. А все потому, что весь прошлый сезон не было турвиз. Мы по бизнес-визам в основном приезжали, русские туристы. И турвизы появились только, по-моему, в апреле. И поэтому сезон, ну, как таковой, не состоялся, и цены были все еще низкие на все, на аренду жилья, на байки и так далее. А этот сезон будет, по сути, первым полноценным после пандемии. Уже турвизы вернули для нас, для всего мира. Поэтому народу здесь, конечно, очень много. Каково вернуться в Гоа после Бомбейска? Ой, уже замечательно. Мне кажется, что здесь... Вот ты говоришь, что в сезон много людей. Мне кажется, вообще людей нет. Потому что в Мумбаи, там, я не знаю, на один квадратный метр 100 человек. Ты вот такой вот постоянно ходишь просто везде абсолютно. И даже у меня вот в квартире, где я живу, там рядом со школой я живу, и там такие адские звуки постоянно. Эти дети постоянно орут и поют гимны. Как будто они больше ничем не занимаются. Слушай, ну а если тебе там не нравится, то что ты там делаешь? Ну, денежки зарабатываю. Здесь все заросло. Да, вообще. В сравнении с сезоном, конечно, вообще не узнать. Я не узнаю. Офигеть, блин, какие-то кушаря. Тут змеи, наверное, нет? Не знаю, наверное. Первый. Ну, я очень много змей в этом сезоне просто задавил. Ногой? Ну, нет, конечно, на байке. Просто они выползают так резко, не успеваешь затормозить. О май гад! Богдан, верно, качался тут, нифига себе. Легче, полегче. Привет, привет, Надежда. Александр, здравствуйте. Ну, брат, ты качался. Слушай, Богдан, вообще, кого ты превратил, что за розовый мой? Так ты мне писал, главное, весь мунсун это. Я там то дреды заплету. Богдан, что ты наделал? Не, потом ты побрился и как бы не вписывался в клинкор.
Давай заново. Короче, не, вот эти вот пляски меня удивляли, твои там с компаниями. У меня вот так рука-лицо. Я думал, сейчас вообще, ты знаешь, я уже притворюсь, Богдан, привет, а ты меня за духовное там начнешь рассказывать. Не, нормально еще держишься? Не, нормально, брат. Я ж со всеми вообще, все вибрации ловлю. Апу. Привет, дорогой друг. I'm well, how are you? Good. Меня Богдан зовут. Мама Света, да. Все вручную вышло? Да, я думал, они каким-то этим, ну, робот шьет, а они прям кладут сами. Это весь мой трип, который я проехал вот по этому. Да, это Саша Пилот, если кто-то вдруг по каким-то странным причинам не знает, кто это. Саша Пилот, очень известный. Лех. Товарищ. В кругах узких. В кругах очень не узких, да. Как тебе путешествие? Вы, получается, как с Гоу уехали, вы начали просто триповать, да, по всей Индии? Да, прям по всей вообще Индии. Не, почему по всей? Ну как, мы доехали по вот этой части, если вот посмотреть на ромб, да, вот по этой части проехали до самого севера, вот так по кругу, объехали весь Химачали Прадеш, вот тут наш трип, вот, потом вернулись в Дели. Приехала мама к нам, потом мы посетили Варанаси, Агра, Джодхпур, Мумбаи и приехали, ну, было, спроси у мамы, вот как ей Индия, понравилась? Мама, как вам Индия? Мама, скажи, Индия, как тебе? Сашка на меня спрашивает, мама, тебе как? Я, ну что ты мычишь, как корова? Я не могу так сразу сказать, как мне Индия. Но здесь тебе больше нравится, чем в стране. Здесь мне, конечно, здесь нравится, я там устала. У меня кожа от подошвы отошла, они меня заходили просто. Туда-сюда, туда-сюда. За такой короткий срок мы посетили кучу городов, и я очень устала. Я не то, что я устала, они свалились. А я уж что про меня-то говорить. И все это все. Мне понравилось больше всего, вот, что мы посетили Джокпур. Джокпур, правильно? Вот этот город мне понравился. Он такой... Штат, да. Или же про город говоришь. Да, он прям располагает к себе. Там вот эта крепость мне понравилась. Мне все, в принципе, понравилось. Короче, говорить. Про Джокпур. Это Раджастан? Да. Я вот хочу Раджастан. Там красиво. А на юг вы планируете ехать? То нет, вот все, мы сейчас за неделю будем здесь отдыхать вместе с мамой, наслаждаться, и потом разъедемся. Я поеду в Туркиш, а мама поедет обратно в Россию. Когда я приеду домой, я пойму, понравилось мне здесь или нет, а сразу я не могу. Ты знаешь, как взяли за шкирку и закинули на другую планету, спрашивают, тебе здесь нравится? Я не могу пока. И лучше и не скажешь, мне кажется, если честно. Тяжело вообще. Тяжело, прям морально тяжело. Вот. Так что все потусуются в Рамболе, вот, на Гуа, то есть, как бы, знаете, что это не Индия. Вот там вот самые вот соки, короче, то есть, это совсем разные вещи. Да я с тобой согласен, я же в Дели поехал, я за три дня все понял. Спасибо. Я тебя стал уважать еще, знаешь, еще на 10 пунктов выше. Да, потому что Индия, это вообще не для меня, я вот здесь вообще класс. Ну, здесь, да, здесь релакс и умиротворение. Слушай, ну ты опять начал колоть стероиды, наверное? Да нет, ну просто обычный банки. Я просто в Мунсун курил и ел. И все. И мышцы выросли? И мышцы выросли, да. Ты видишь, блин, как все просто. Так они же были. Ты же, ну, надеюсь, это не пропаганда, чтобы все сейчас начнут себя... Не, ни в коем случае. Это... Я же сказал, я в одном из прошлых видео сказал, что вообще нельзя. Да. Ну, представь, дождь льет просто вот 24/7. Угу. Вы с друзьями собираетесь и просто... Ну, вы уже поели, вы уже чай попили, вы уже все кино посмотрели, которое возможно. Ищите еще какие-то способы как-то расслабиться. И кайфануть. Бум, раскроем тайны. Он сейчас потом на камик, конечно, не расскажет. А к нему домой прием, он там раз свою аптечку откроет. Да на бол, да, да, да. Заболил. Так ты что же стероиды кушал? Не, я просто знаю, в теории. Блин, меня какой-то стероид любовно. For my mother. Он. Stay here. Как твой английский? Вообще хороший английский. Главное, чтобы понимаешь, я как бы могу объяснить, и там без всяких там правил, но объяснить я могу. Взял мой номер? Да, взял. Пойдем. Так, сейчас показываю, значит, это, между прочим, один из топовых гестхаусов всего Рамболя, поскольку он здесь чистый, но есть, конечно, некие неудобства. Это общая кухня, воровство из холодильника. Это, кстати, это воровал бывший этот, кто жил здесь, секьюрити, и пил мозг-монг. Козел. Вообще, я считаю, что он поступал крайне непорядочно, и его поэтому уволили, но не по моей наводке. Слушай, это, наверное, ключи от одного номера. Это мой номер, 205. А твои ключи где? А? Мы все живем на третьем этаже, а я чужой номер, короче. Слушай, только рассказывал, как кто-то там вырывал, а сам чужой номер ломился. Слушай, еще рассказывал, когда я на мой великом залез по этому,
по дереву в чужой номер. Великом? Да, я пошел купаться, захлопнул дверь, короче, дверь закрылась, думаю, блин, что делать-то это? И полез по дереву, залазил в темноте, короче, раз щупаю ручку, думаю, у меня ручка такая. Не-не-не, не надо, не надо. Нет, он открытый, он мне его предлагает. Ну, здесь Надя раньше жила. Ну вообще он такой хорошенький. Ну да, чистый такой. Это тебе вот этот предлагает? Ну да. Вот этот мне предлагал? Либо... Вот. О, здесь, кстати, проходил мой первый стрим самый. Это что, ты да. Здесь тоже жил, да? Нет, здесь а друзья мои жили. Прямо сейчас селится? В этот сегодня? Ну и пожалуйста. Они ничем не отвечают. А там вид на море. Вот он тебе нужен. Да, мой. Вот это мое. Ну здесь, видишь, видовой... Это ваш, да, номер? Да. Ну, классно. Прохладно, видишь, бриз идет. О, морюшка. Здесь лучше. Да, вообще прям вот оно. Ой, кто там рычит-то? Да не рычит! Коровы, ты понял, рычали за этот фун. А у нас там попроще. А у нас чуть дальше. А Даша где вообще? Она, вон, сейчас покажу, она у нас в номере. А ее можно снимать? Да почему нет? Ну как снимать, блин? Ну да, на видео, но за деньги нет. Даша, это мы с Богданом с камерой, короче, одень что-нибудь нормальное там платье, сейчас мы тебя снимать будем на камерку. Давай, готово? Смотри, мы сейчас. Привет! Вот, заходите, вот. Заходите, люди дома, заходите, смотрите, вот. Как привет, путешественники. Привет. Я отлично, нормально, вообще легкий полет. Вот. Какая больше понравилась комната? Надина. Вот, которая с балкона. Да, ну почему, не знаю, я ну, тоже. Это просторно, но балконно. Нет, даже если ты куришь, конечно, это минус, да? Курить придется в толчке. Вот, если есть, можно покурить на балконе. Вот так вот сделал. Саша показывает свои гаджеты. Да. Вот так вот, раз ты все тут наладил, тут свет, короче, у тебя горит, хоп, свет включил, так, все, мы в кадре, так, в YouTube смотри, какая крутилочка, гляди, оп, вот так, и ты, Мишку, камеру вот так, как тебе надо, там, настроил, да? Так, ну все, начинаем съемку, вот так, включаем, и так. Итак, всем привет, наши дорогие. Не-не-не, не хау, бродяги. А, всем привет. Да не хау, бродяги. Не хау, бродяги, сегодня мы вам покажем то, что никто никогда не показывал, и это арамболь. Привет, всем привет, поехали. Класс. Занялся просто. Это у человека 350 тысяч подписчиков получается. Саш, как 350 тысяч подписчиков набрать? Ой, да долго. Долго? У меня 3600 чем-то. Мне кажется, что просто я заскочил в последний вагон. То есть, когда еще это было? Мне не кажется, это... Да. Ну, давай, когда мы были здесь, вот видели с Сашей последний раз, у меня было, помнишь, 1500 подписчиков, я еще сидел, типа, подпишитесь, два человека плакал, осталось. Я помню, плакал, сидел. Да, здесь, плакал да. Здесь. Он говорил, что жизнь говно. Вот, и я говорю, а Богдан, а почему? Да подписчиков мало. Я говорю, да хватит, типа, ну а сейчас как, уже не говно. Ну, получается, вот с момента, как мы с тобой виделись, у тебя на 50 тысяч канал вырос, а у меня вырос в два раза. На 500. 2,5, да. Ты проводишь? Да, провожу. Каждую пятницу. Каждую пятницу? Да. Сколько у тебя людей на стриме? Да по-разному, от 170 до 100. Вот так. 170 до 100. Ну это уже неплохо. Тебе помогают подписчики? У нас даже... Да, конечно, помогают. Спасибо, люблю вас всех, подписчики. Обожаю. Молодцы, что помогают, потому что без помощи тяжело. А я видел, вы тоже в стриме у Саши участвовали, вот в одном из последних. Слышал, я на стриме про тебя говорю иногда, говорю, вот Богдан, говорю, а вот кого-нибудь знаете, я говорю, в Рамболе, я говорю, знаю, вот Богдан, говорю, вот, а с остальными с кем, говорю, не общался. А это Кристи. Ну, если не помогать, ты не вытянешь один. Если люди тебе не будут помогать. Не, ну, с учетом того, что сейчас нет монетизации у русских блогеров, кто на русскоязычных, потому что основная аудитория русскоязычная реклама. Вот, кстати, нам в последнее время много рекламы заказывали. Да, было много. Почему? Ну, одно и то же. Ну, у тебя реклама стоит как у Фшая, насколько я знаю. Сколько сейчас стоит, я не знаю. 50. Ну, у нас так же. Ну, вот, да. Там нормальная цена, я считаю, для такой аудитории. А не, ну у меня маленький канал, еще. Конечно. Но вот после этого видео, может быть, больше будет чуть-чуть. Ничего, потихонечку. Надо название дать, интервью с Александром Пилотом. Сразу что не можем. Надо громкие имена в названии. Да, там вместе с пилотами. Прям называй, не стесняйся. Там какой-нибудь там. Обзоры Рамболи вместе с пилотами. Называй, потому что вот эти вот имена... Вся правда про пилотов.
вся правда про семью пилота. Откуда бабки? И знаешь, сколько ты зарабатываешь? Ты же не можешь сразу с места и рвануть высоко. Тебе нужен разбег. Наберешь потихоньку, разгонишь, 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 и потом рванешь. Да, уже да? Классный результат. Мы вот с Сашей, когда в прошлый раз общались, он сказал, что у него за 2 года, там, да, 2000 подписчиков, да, было. Да, первые 2 года вообще мертвые были. Да, у меня как бы только 10 месяцев, прошло уже там 3600. Ну, то есть неплохо идет. Хорошо. Вот, мы как снимали бы. Воронеж просто. Да. Мы снимали все. Мы ходили в кружок людей больных онкологии, снимали. Там кружок там этих. Не, ну это я так приеду. Я глаза вылупила. Мы ходили, все посещали. То есть там какое-то казачье братство, там танцы там народного пения. То есть у меня появилась камера просто, и надо было набивать руку. Контент делать. А что в Воронеже снимать? Я смотрел мероприятия в Воронеже, раз там, и на все кружки, и туда-сюда, поэтому завод. Потому что в Воронеже-то показать нечего. Вот мы заселились в Джихпуре, да, Джихпур, как он называется-то, там зашли в отель, а он там, знаешь, и стены какие-то расписные, фигуры стоят, и картины висят. А вот в России, вот придешь ко мне домой, ну что, мне русское? Кстати, у меня есть дома что-то русское, у меня статуэтки есть, такие вот, Гжей, там, Дулева, там всякие разные. Богдан, аудитория точно знает вот всех тех, кого ты сейчас перечислил. Нормально у меня аудитория. Дулева, Джелева. Я тебе статистику покажу, меня смотрят взрослые люди, между прочим. У нас тоже. А потому что, знаешь что, еще в самом начале, когда мы начали снимать, я ругался матом на видео и курил, короче, и все. А потом мне там какой-то умный человек написал, он говорит: Саша, ну ты как бы снимаешь для путешественников, а как правило путешественники — это люди уже взрослые. И им вот этого типа... Ну, не заходит. Но опять же, всем не угодишь. Главное быть самим собой. Ну, это да. Прописная истина. Но я считаю, главное — это то, что ты отдаешь. Это в первую очередь. Если я буду отдавать вот этот негатив, алкоголь и так далее, оно же ко мне будет и возвращаться. 100%. А если я буду сиять, радовать людей, то оно и ко мне вернется. Да, кстати, прическа у тебя сейчас уже лучше, чем это. Какого Дима? Билана? Never, never let you go. Мне кажется, ты поправилась. Ну, я набрал. Качался. Я на самом деле немного качаюсь. Стало получаться. Сначала 2 раза в неделю, потом 12. Это нагано. Так что ты, Надя, примешь? А, уже все, да, Надя? Семья не пошло, да? Какую ты комнату в итоге взяла, Надя? Сколько денег отдаешь? 8 за 2 недели. А где? Вот это, я завтра. Так получается цены. 8 тысяч за 2 недели, а в прошлом сезоне было 12 за месяц. Это знаешь вот эту схему, да, как сейчас деньги? Тебе же небось спрашивают, а как деньги там? Да, постоянно спрашивают. Ты как, ты знаешь схему вывода денег? Нет, не знаю, расскажи. Я тебе могу рассказать очень полезную информацию. Расскажи. Давай что всем расскажем. Для этого надо сделать. Угу. Ну, в первую очередь тебе надо завести Binance. Угу. Это такое приложение, это криптобиржа. Там вы можете покупать за рупии USDT, угу. Потом за эти USDT вы эти USDT продаете, и получается покупаете рупии. А рупии выводите на индийскую карту. Ты не знал? Нет. С чего вообще? А есть такая еще другая схема. Вы приезжаете в Рамболь, находите людей типа таких, которые эту схему знают, они делают то же самое, только берут с вас процент. Ну то есть ты берешь и зарабатывают 300 тысяч в месяц. Человеку, получается, скидываешь на его Сбер русские деньги, а человек тебе дает кэш, потому что у этого человека есть все то, что я вам рассказал ранее. То есть это на самом деле все очень просто сделать. То есть, ну, единственное, что потребуется, да, самое тяжелое — это завести карту. Вот. Если есть карта, то... А Binance легко выводить? Ну вот, по той схеме, как я тебе рассказывал. Ну да, легко это делать или нет? Купить USDT — это очень просто делать. А, все. Я просто не шарю в крипте, поэтому... Я тебе даже могу объяснить, и ты можешь сам, даже можешь зарабатывать. Ну давай потом без камеры, да. Живу сейчас одним днем. Бэкстейдж со съемок Александра Пилота. С этими новостями, кажется, у меня Ну я у нее то же самое сегодня спрашивал. Че, Богдан, тебе не понравилось, да, в Мансу? Да очень тяжело. Это было в горах нам приезжать. В горах классно было. Мне прям нам очень понравилось. Не, ну я думаю, что здесь тоже кайфовали. Ну, кайфовали, да? По-своему, да. Уютные, да, квартирнички такое. Но в целом, вот этот бесконечный дождь, он, конечно, с ума сводил. Снимать особо, да, нечего. Ну, что-то находилось, конечно.
выкручиваться как-то. Просто я в Дели на 3 дня попал, я понял, что, ну, Индия — это не мое просто, знаешь. Я вот солнышко-то, ну, ладно, в Мунсун солнышка не было, но хотя бы, знаешь, морюшка рядом уже хорошо. Нет, там посмотрите, это типа... Ну, а мы решили большой такой компанией, Сашей, с его семьей прогуляться чуть-чуть. Саша и его семьей, вот смотрите, вот вся моя семья, и это еще не все. Да, еще приеду. Еще приеду, да. Просто прогуляться по Рамбольскому пляжику в сторону клифа. Здесь первое впечатление, вот эта же часть, здесь всегда туристы селятся в основном. И здесь просто куча белых сгоревших людей. Богдан, да. Все узнают, типа, Богдан, да, да, Богдан, я его знаю. Мой друг, да, Богдан. Мариона. Не, он любит, да, это все его. Блять, я здесь все узнают, нифига себе, все индусы. Богдан, привет. Молодец, Богдан, видишь? Ты сейчас, получается, самый популярный блогер здесь, в Рамболе. Видишь, ну, не уехали, самый, да? Популярный. Да. Здесь ты... есть Назар, здесь есть я Best Family. Я никого не знаю больше. Но это приятно. Говорит, да. Что? Я знаю Богдана. Мне спросят, кто самый популярный блогер? Я скажу, ты кто? Богдан, конечно, никого бродяги. Вот. Безусловно, Богдан. Ну, а тут что говорить? Это видно, узнают просто. Люди на пляже кричат, Богдан с каждой стороны. Мне что-то как неловко, блин. Мне просто недавно рассказывали, что на Food Planet выключили свет. Ну, меня там не было. Ага. И кто-то кричал прям громко и много раз: «Нихао, бродяги!» Это не популярный, Саша. А при чем здесь? Кто не кричал, света? Александр Пилот? Да нет. Не, кричали, ну, кричали. Кто кричал? Не здесь. Я в кафе в Новосибирске развыл, и такой крик, знаешь, на все кафе. Александр Пилот! Там типа, я посмотрел, когда вы в Индии были, все кафе смотрит, такой. Вот когда вы застряли в эту вот пандемию, блин, вот это был контент. Я думал, вас там убьют, вы не уедете. Блин, ну вот когда вы уехали, я перестал смотреть, неинтересно стало. Я так думал, чувак так ждал, короче, нашей смерти, блин. Но мы все-таки выбрались. Ты молодцы, что выбрались. Да, я тоже так думаю. Hello. Do you know YouTube channel Нихао Бродяги? No? Maybe Александр Пилот? No? Окей, sorry. Не знают нас. Знаете? Нет, но мы еще поработаем на индийской аудитории. Тебе нужно подписаться на твой канал. Подпишитесь на мой канал. Они с радостью подписываются, только это типа мертвые подписчики, они все равно смотреть не будут. Что значит мертвые подписчики? Ну, типа есть, но они не смотрят. Из Варанаси? Нет, мертвые — это которые есть, но не смотрят. Какой прекрасный сегодня солнечный день. Мы пришли на клифф. Здесь раньше жил Скотт, там дальше жила Даша с Аленой, которые прилетают 26 числа, боже мой, как же я их жду. И вот уже скоро начнутся Арамбольские будни 2.1, получается, второй сезон. Вот, ждем, а пока гуляем вот с блогерами, тоже, которые производят контент. Я пилю контент как повар. Ну что, Богдана, варить смотри с контент. Как же прекрасен Арамболь, когда нет дождя. Солнышко светит. Ой, посмотрите, кадр. Девчуля, вау. Так, ребята показывают маме клифф. И мы хотим поспрашивать еще про жилье немножко. Вот здесь вроде rooms есть. Do you have rooms? Yes. Yeah, can you show? Сейчас узнаем, сколько стоит жилье. И с таким видом на клифе. Посуточно и на месяц можно сразу спросить. Да, но подъем непростой на клифе. Это все-таки гора. Но зато вы поднимаетесь, и у вас такой роскошный вид. NSC, non-AC. Наверное, скорее всего, самая простая комната. This is without AC, yes? Ой, тут прохладно достаточно. Ну, простая комнатка. Это я. Ну, и такой самый простой душ, тоже без нагревателя. How much for this room, for simple room? How many people? One, for example, one people. One people? Yes. 1,000. 1,000 for day. Okay. And for months? I don't know this boss. They have. Ah, you don't want to take for months. Okay. But the view is amazing. Yeah? Столики тут есть, вот какая-то вешалка висит. Круто. How much cost a room with AC? It's same, but with AC, yes? Same. It's up. Up. And how much for a day? One people. Yes. 1,500. 1,500. Okay, thank you, G.
В общем, история такая, что у моря в долгую пожить не получится, потому что они не хотят сдавать на месяц, так как посуточно сдавать выгоднее. Но вы с вами слышали, что за сутки 1000 – это без кондиционера, с кондиционером 1500. Но в целом сейчас кондиционер не особо нужен, потому что ночью холодно, и так будет примерно до конца февраля. Ну, пожить с видом на море, если договоритесь, за 25 месяц, ну, нормально, наверное, не знаю. Ну, для меня, конечно, супер дорого, потому что за 25 можно снять нормальное жилье подальше от моря со всеми удобствами. Привет, хорошая. Какая красотка. Что, у тебя в глазах какая-то фигня, правда? Ладно. Да, Рамбуль славится своими собаками, конечно. 100, окей? Okay? Это президент формы... I know, 150. Ну ладно, окей. Но 100, ну, maybe. Давай, надави, стоп. Как ты умеешь? Кажется, профессионалист. Так английский нужен для того, чтобы торговаться. Ладно. Достань сотку и скажи, на, сотку. Сейчас, да, попробуем, работает или не работает. Это способ последний. Да, последний способ. Нет, это бред последний. Я слышал, что только, блин, только вот так вот. Давай 100, окей? 100. Thank you. Саша, короче, хочет подарить мне вот эту футболку с байком, но не готов раскошеливаться на 150, и я его прекрасно понимаю. Матч вот этот. Тысячи. Да не надо, ты что говоришь-то, блин? You smoke charas, maybe? Тысячи. I smoke. Че Гевара. Вот это крутой мужик. You know, I have tattoo из Че Гевара. Вот это Че Гевара. Да. Сколько стоит? Сейчас купим майку с мотиком и назову свой канал Богдан Пилот. Я же байк уже вожу. Вот, 40 рупий. Я говорю, вот, good price. А то это 100, это уже expensive. Конечно. Ну же, оно же не очень улыбается. Нужно понимать, что как бы кашу здесь не сваришь. Покупатели. Эти блогеры. Барыни. Все хотят бесплатно получить. А я, кстати, так натренировался торговаться в Индии. Просто да? Капец. А тут по-другому никак. Вот стоит, как, вот не торговаться, да я просто обманываю. Всегда раз, ну, раза 4-3 дороже. А как думаешь, в России этот скилл пригодится тебе? Ну, не везде. Может, где-то в супертуристических местах. Ну, во-первых, в России ты зашел в магазин, есть цена. А здесь, как правило, цены нет, да? Ну да. Ты не знаешь, сколько эта вещь стоит. И тебе приходится как бы тут уже прощупывать почву. Возможно, посетить несколько магазинов, чтобы прицениться более детально. My friend very big man, okay? Чтобы big size. Как like bodybuilder man. Другой принт. Принт, no, only this, чтобы вот байк. I want this body. This t-shirt. Because. T-shirt. Bike. T-shirt, правильно сказать? T-shirt. Шорты? Да. T-shirt. T-shirt. Да нормально, Сань. Перестань на меня давить. Богдан, пойдет тебе такая? Ну, давай попробуем. Какую ты хочешь? Она говорит, такую можно. Отдаю камеру Александру Пилоту, пожалуйста. Он чернявый, можно и с красным рисунком. Так, давай, Богдан. Не умеешь, да, камеры, пожалуйста? Сделай все красиво, блин. Смотри, тут майка на мой мизинец. На педика похож. Блин. Так я и есть педик. Прекращай, блин, люди не поймут твоих шуток. Нормально. Нормально? Да, ну, Богдан, ты что скажешь, как бы тебе носить? Говори, нравится? Ну, я в сезон похудею все равно. Не, может быть, у них чуть побольше есть? Ну, может и есть. Но only... Это только одна у нее, видишь. А тебе, может, тебе Че Гевара больше нравится? Не, мне вот байком, я же хотел, чтобы он как у меня был у нее. Вот тебе, да. Ты купи, что давай ему нравится. Вот это, у меня нравится. Нравится? Я вообще пошутил. Да. Ну что, берем эту или вот другую? Эту? Да. Или побольше. Или побольше какую-нибудь. Хочешь другую, бери. Do you have something with a bike or... No? Ну, пойдем тогда, что, пусть у нас лейтмотив будет. Не, давай это, растянет, слушай. I love guy. Я, знаешь, что, да, я мечтаю вот о вот такой майке. Ну и отлично. Сердечком, да? С розовым. I love guy. I love you. Слушай, ну жесть. А? Ну пускай, если ему нравится, пускай берет. Если ему хочется, тогда почему и нет? Большой размер? Говорит, купи. Ну купи, что? Хочу. Вот так у нас блогерская комьюнити. Не посвободнее, да. Да, нормально. Да, все. Да. Я ж люблю Го. Не, хорошо. Не, она попросторнее, попросторнее, да. Отлично. Вот это нормально. И она тоже розовенькая, видишь, как ты любишь, Богдан. Не, вот розовая майка здесь. Все? Да, да, все. Сладенький Богданчик такой. Это 50 рупий здесь. Или это the same? Я тоже прикольно. Что? Саша реализовал мою мечту. Теперь у меня есть майка, как у всех индийских туристов.
Кстати, а вы встречали в других частях Индии людей в майках I Love Goa? Нет. Нет? Нет. А я встречал в Дели. Я еще не встречал людей, которые собираются вот такие в компании и песни поют. Только здесь. Только здесь, Богдан. Только здесь твоя мантры, да, поют? Только, да, здесь, вот в этом барамболе. Мантры, вот эти вот гитары. Не, знаешь, кого сейчас кришнаидов, которые собираются, да, играть? Да, киртаны. Ну, не знаю, как называется. А так вот я не видел, что... Я даже вот так больше скажу. Йогу в Индии делают единицы. Я видел, да, таких людей. Когда я жил в Чинае в доме 2 месяца, у нас была женщина-индианка, она делала, вот, йогу занималась. А так это очень мало людей, кто реально практикует йогу. Это в основном русская тема. Ну, какие-то шрамы, знаешь, ну, это все, да, для, да, русских. Ну, это лично, может быть, я ошибаюсь, но что видел лично я своими глазами. На самом деле, вот эти майки I Love Goa, это просто как для быка красная тряпка для всех продавцов. Они сразу понимают, что вы только приехали, что вам можно что-нибудь впарить, особенно если у вас загара нет. Смотрите, здесь на клифе тоже что-то строят. Это, видимо, бунгало для очень бюджетных путешественников. Здесь абсолютно ничего нет, кроме офигенного вида на море. Мы вот с Саней решили скреативить и сделать обложку для выпуска. Сань, давай камеру, типа, мы же блогеры с тобой. Смотрите, Надя сначала, потом ко мне. Да, это моя самая любимая часть на клифе. Здесь очень красивечно. И мы плавненько подбираемся к бунгало, где раньше жила моя подруга Даша. Да. Один мне говорит, Дим, его чувака зовут Дима. Дима – танкист. Он на туре танкист, учился в танковом училище, и говорит, вот у Нихао как-то получается интервью. Он как-то камеру так поставит и вот снимает, у него все ровненько. А я говорю, я не люблю эти делать, интервью снимать. Вот, а он как раз про тебя упомянул. Помнишь, я тебе говорю, что да, про тебя люди снимают. Вот недавно прям буквально парень тоже, видишь, тебя смотрит. Круто. Так, а здесь еще есть на клифе комната, которая не готова к сдаче, но я хотя бы ее просто покажу так. Может, кто-то забурится сюда на ночь, переночевать здесь, я думаю, никто не следит, зато вот вид на море классный. Такой домик с деревянной решеткой. И здесь пока ничего не готово для сезона. Но в целом по бомжу, я думаю, можно залететь, если что. Даже туалетик есть. И даже можно проснуться. И лицезреть. Здесь у нас местные бродяги тусуются. What's up, guys? How are you? Как это от них алкашки, конечно, несет. Good? Смотрите, какой здесь волшебный мир открывается. Мама Саши помогает нам с контентом. И Саше, и мне. Давай. Чипски – это святое, спасибо. У меня ахиллесовая пята. Да, об камень ударился. Так кроксы не от всего защищают. Надя тоже кроксами обжилась. Да, джибилси, раз порассматриваем. Что у тебя? Микки Маус, скутер, рюкзак. А вот это что? Марка. Марка? Не знаю. Кстати, Надя звезда не только моего одного выпуска, но и она снималась в гуанской части у Саши. И тебя узнавали вот где-нибудь по Индии? Не знаю, я не припомню. Ну, наверное, что-то было. Я уж не помню. Ну, в Инстаграм писали? Да, в Инстаграм писали. Что писали? Люблю, не могу, приезжаю, женюсь, машину куплю. Купил что-нибудь машину тебе? Нет. А женился? Собаки. Собаки. Напишите Наде в директ и купите ей машину, пожалуйста. На Светлейке, конечно, тоже жизнь началась. Выставили шезлонгов от самого начала и до самого конца пляжа. Да, сезон очень рано начался. Боже мой, друг, что с тобой? Смотрите, я как будто в костер кто-то... Ага, бедняга. Смотрите, ногти какие. Еще неделю назад вот в этой стране, которая примыкает к Светлейку, скажем так, не работало ни одной кафешки. Здесь была свалка просто столов, какого-то поролона непонятного. А сейчас уже все работает, уже можно даже покушать. Вот ребят молодцы, готовятся к сезону, что-то красить. А то все побросали в мунсун, все было заплесневелое. Сейчас прям хорошо. Как водичка? О. Классная? О, мне понравилось. А где лучше, в озере или в море? Фу, в озере ужасно. Да? В озере прямо аж противно. Да. Привет, сладкая. Давай, фигачь сюда. Что у тебя там нарисовано? Красивые, кстати, штуки эти. Я не знаю, как они называются. Напишите в комментариях, как вот эти
Это глюкофон, да, я так полагаю? Глюкофон, да. Получается, что знаю, не надо в комментариях писать. Что, какое вообще лучшее место в Индии, по твоему мнению? Или топ-3? Знаешь, я уже не первый раз ты спрашиваешь, и тут надо понять, для чего. Понимаешь? Для путешествия, для отдыха, для контента, для просто посмотреть какую-то архитектуру, там, прочувствовать какую-то там духовность. Там, знаешь, каждое место для чего-то. Окей, в совокупности. Блин, собаки ухо тут оторвал. Слушай, не знаю, не знаю. Ну смотри, Варанаси, да, типа, как считается вся Индия в одном флаконе. Ну там нифига не релакс. Да. Как бы это трешак, да, там посмотреть, это узкие улицы, они очень грязные. Там, там жгут мертвых на хатах, да, такое религиозное место. Возьми там Вриндаван. Оно тоже такое очень колоритное, прям тоже можно всю Индию прочувствовать. Но оно больше для, вот, для религии, да, там кришнаиты тусуются. Сюда приезжаешь, здесь вообще там никакой религии, никакого этого, здесь релакс. Да? Здесь только наши киртаны. Да. Дели такой более, скажем так, чистый город, да, более цивильный город. Ну, цивильный, да, по сравнению, там приедет там Вриндаван, да, тот же. Он такой более религиозный, там он менее цивильный. Там Мумбаи там по-своему. И вот чтобы сказать, вот какой бы прям вот вообще город надо посетить и кайфануть вообще от Индии в целом, я, честно говоря. Окей, представляю, локдаун 2.0. Где бы ты хотел застрять здесь, в Индии? Здесь, да, здесь класс, конечно. Классно. Нравился штат Керала. Он самый красивый в Индии. Но если еще не брать горы, да, то есть и море, то штат Керала, Варкала, Каньякумари, где мы там еще были. Там же еще много городов, таких деревень, где природа красивая, там реки, где на лодочках плавают, там джунгли, горы, тоже все это есть. И море более лазурное, там прям море голубое такое. Но единственное, там очень сильные волны, поэтому кто не умеет плавать, тому там будет очень опасно. А по ценам там как? Дороже, чем здесь? Чуть-чуть, да? Подороже, но не критично. В Аркале можно за такую же цену жилье снять, кафешек там тоже дофига, там прям выходишь и по всему этому берегу рыба свежая лежит, и так ты себе там заказываешь, там, что хочешь, свеженькое тебе пожарят. Мне там очень понравилось. Но туда, как бы, там нет тусовок никаких, туда именно отдыхать, релакс, там, не знаю, там, с женой, с девушкой, с ребенком, вот так. Я еще, знаешь, что не упомянул, что еще классное место, куда бы можно было бы поехать, это... куда мы ездили, на Химачали-Прадеш, вот этот север Индии. Да, это прекрасные горы, заснеженные. Виды просто шикарные, как вот в Швейцарии. Выходишь на крышу своего гестхауса, вот снежные горы, облака, воздух такой свежий. Там вообще тоже другая Индия, более чистая. Индусы сами более такие, знаешь, как бы... Не то, что не образованные, какие-то более культурные такие, знаешь, нет вот бодлячества вот этого. Тоже вот это место. Ну, еще везде Индия, она разная. То есть тут как бы нет... И Раджастан. Раджастан красивый штат. Ладно, ну, короче, много очень всего. И надо в совокупности один вот такой прям город, чтобы посетить и прям понять, что такое Индия. И вообще во всех ее уголках будет сложно. Ну, если ты остаешься, потом тебе по-любому надо Кералу посетить. Там очень красиво. Мы пришли в кафешку перекусить, а нам уже Паша прислал видео, как он рыбку жарит. Это мужик жарит, понял, онлайн. Камера стоит у него. Ты можешь подключиться через QR-код и смотришь, что он там делает тебе на кухне. Это ноу-хау на Гоа. Александр Фантазер. Ма, будешь фалафель? Фалафель. Ну, это какая-то штука такая непонятная. Ну, попробуй. Закажешь. Так, семья пилотов спонсирует и одевает, и кормит Богдана, бродягу. Да, вот от мамы Саши. Долго я вас ждал, да? Да, да, да. Не, ну а что? Дареному какая-то... Да, да, простая хуже воровства. Простая хуже воровства. Так, Надя с моей мамой разговаривает. А куда вы вылетаете? Так, ну для тех, кому интересна история вот этого всего знакомства и коллаборирования, я с Надей учился на одном факультете в институте, и мы очень хорошо общались. Мы впоследствии остались хорошими друзьями. Она прошлой зимой, ну в феврале, получается, прилетела сюда ко мне в гости на Гоа. Вот, а дальше уже поехала работать в Мумбаи. А когда она прилетела, я заселил ее в гестхаус, где как раз жил вот Саш Пилот с женой. И они начали общаться, и в итоге мы вот так законнектились, все одной компании под какое-то время тусовались. Ну, такая короткая история. Ну, и мама мою, соответственно, знает, потому что мы уже лет 12, наверное, дружим. Так, мы набрели на Кришна Шоп. Здесь, как вы знаете, все мои любимые боха-шмотки. Вот эти майки, в которых я гоняю постоянно по Арамбольску. Куча всяких масел, пончо и так далее. Я даже отправлял отсюда вещи пару раз.
сказать. Красота. Красота. Ничего нового, конечно, из сезона в сезон, но я очень люблю вот эти все вещи в нашем гуанском, скажем так, стиле. Ну, не только гуанский, конечно, но я его позиционирую как наш индийский стилек. Ну, и Кришна классный чувак. Йоу, бро. What is it? Палочки. Палочки. Твой русский очень хороший. Yes. Yes. Показывал ты, кстати, свое жилье, где ты раньше жил. Вот здесь мы когда-то идем, и я такой иду, какой-то чувак лежит, и голова торчит из-под них в дверь. О, привет. А потом смотри, Богдан снимал 50 рупий в месяц, платил. Потом ему подняли до 75, он говорит, не-не, я не буду такие деньги, лежите, съехал. Как, нормально тебе здесь жилось? Ну, ты знаешь, шумновато, конечно, и влажновато. Mm-hmm. Не, ну, но девочек есть. Много просто мимо ходило. За такие деньги, в принципе, можно снимать, да? Ни воды, ничего нет, ну, а море рядом. Ну да. Полоснул там пердачок. Конечно. Иногда вот мне подкидывали еду из шеф-крупы. Тоже ты нормально. Местный турист. Я сам хотел тебе даже там денег дать, за то, что там что-то лежишь, там, бедолага. Да ты и так меня сегодня покормил, одел. Вот, спасибо давай, тебе большое. Ты начинаешь ты это сам. Ну, мы же друзья. Мы не такие, как все. Вот Арамболь сегодня. Оживленная улица, все лавки уже открыты. Помните, когда я снимал последний выпуск «Арамбольских будней», все вот это было просто пустое. Сейчас здесь очень много новых даже лавок. Вот какая-то даже чайная открылась. Раньше такого не было. Смотрите, какие колоритные персонажи. Hi. Cool style, bro. What is it, mantras? Yeah, it's an mantra. Wow. Wow. Where are you from? I'm from India. From India? Yeah. Yeah. Forever God gifts. Yeah. Cool, bro. Thank you. Ну, вот тут тоже у нас на мейне рыбу стали продавать. Прямо возле дороги. How much? 150? А, за 150 вот это все, обалдеть. В Арамболе все строят что-то новое. Новые кафешки вот понаоткрывали. С какими-то интересными картинами. Это тибетская столовка. Ну, я сейчас смотрел, мы 10,5 тысяч шагов находили. Да? Да. Ну, это ни о чем. Ну, считай, мы в обед вышли, под закат вернулись. Ты знаешь, уже лицо такое уставшее, то есть ты переходил. Теперь тебе нужно немного покачаться, сходить в зал. Это была разминка. Да столько воды вышло, у меня судороги будут, если я в качалку пойду сейчас. Фитнес был, а теперь переходим к силовой тренировке, то есть штанги. Начал качаться, стал получаться. У меня это выражается во внешней усталости, а у тебя речь, короче, сбивается. Слушай, это важно. Все подряд, да. Язык устал. Ну ничего, там Паша рыбку приготовил, сейчас белочком зарядимся. Съел, мне кажется. Да, не съел он. По нему же видно, что он ждет. Да, да. Паша, он такой гостеприимный. Он будет сидеть вот так над рыбой. Слюни текут, но не тронет. Конечно. Гостей, а мы потом рыбу со слюнями поедим нормально. О, слушай, тут что-то с бассейном есть, да? Да, это, кстати, я не хотел говорить, это моя постройка, моя вилла. Да. Каса Обригада. Что-то на португальском. Hello. А, ну здесь бунгало какие-то классные. Блин, я бы хотел здесь пожить, конечно. И до моря недалеко. Да, как на Бали. Здесь как на Бали, да? Хоть я там и не был, но вот по видео других блогеров я вот видел, что на Бали примерно так. Ну, выглядит прикольно, да? Это даже неожиданно для Арамбольска. Да, согласен с тобой. Ну, есть еще дача с бассейном. Цена? Давай спросим сейчас. Excuse me, how much cost one night here? Two thousand two hundred. 2200 рублей. Ну ты видишь, ты хорошо одет. Если бы я бы спросил, мне бы сказали, ну, полторашку. Ну, в целом, для романтика какого-нибудь с девочкой можно зарулить. Ну, ты видишь, в день на месяце дешевле будет. Ну да. Ну а зачем нам месяц в таком шикарном месте? Я-то вообще бродяга, оно мне не упало. Вообще, я удивляюсь, почему ты жилье снимаешь, как. Ты должен оправдывать свое название Нихао Бродяги. То есть и ты тоже, правильно же, бродяга? Ну, да, название, конечно. Я так понимаю, ты должен спать на лавке где-нибудь там на пляже. Вот этом, знаешь? Не, ну я периодически сплю. Молодец. А ты должен всегда спать на видео, типа просыпаться. Ребят, сегодня ночевал на шезлонге, блин, спина болит. Вот, а вообще в жизни ты должен спать, ну как обычный человек, то есть ты есть. Как ты мне говоришь, то есть надо образ, да, какой-то создавать? Ну да, ты, получается, пилот, я бомж. Не, ну да. Именно что Богдан прожил такое большое количество времени в Индии, до сих пор не знает, что буллеты бывают разные. И вот я ему объясняю, что это старая модель мотоцикла, у него мотор и коробка по раздельности, не единая конструкция, это раз. И два, у этого мотоцикла с
этой стороны переключение, а тормоз с другой стороны. Но на данном мотоцикле это переделали. Понял? А если ты увидишь еще, обрати внимание, запомни, как выглядит старый мотоцикл, и ты обратишь внимание, что переключение именно с этой стороны. Ну это английская, это потому английская, что модель. Версия, да. Старый мотоцикл. Конечно. Все, теперь ты знаешь все. Ну я же бродяга, я пешком хожу. Ну, тем не менее, ты должен... А знать, ты пилот. Ты вот... должен развиваться для аудитории, я не знаю, что-то узнавать новое. Нет, слушай, что-то... а пилот это может на корове путешествовать? Ну, я думаю, что она не сбрыкнет. Это как Родео. Тогда я буду не пилот, а как это называют? Раудист. Раудист. Слушай, помнишь, я тебе писал, что мне говорили, что вот пилоты только жрут. Получается, ты у меня полвыпуска жрешь? Я тебе так скажу, что он... Еще многие пишут, что у тебя звук, звука нет в видео. Ты не пишешь такое? Пишут. Это злобоеба. Смотри. Ух ты. Как тебе? Гля, какие рога. Ну, он может быть опасный. Смотри, у него яичишки какие огромные. Я видел, как этот бык рогами землю брушит. Трусы, что ли, или что там? Сейчас мы придем. Давай, одевай трусы пока. Давай, иди. Да, писюн вывалил, там болтает со своим, да, этим бубенцами, там гремит. Все. Да какими? Анонированными. Here live my friend Паша, big man, big boss. Намасте. Намасте. Видите, а? Ёлки-палки. Вы вообще, ты глянь, вообще, вы какие как хуже. Дюймовочка стал вообще. Слушай, ты таким раньше не был. Прям. И пахнет от тебя вкусно. Да? Бедюшками? А бедюшками молодец, это ты угадал. Я только что вот не дождался. Сори. Я ждал до последнего. А ты знаешь, как я тебе рассказывал? Паша мне он не доступит такого, ну, чтобы есть без нас. Допускаю теперь, но с тем вариантом, что вы тоже будете не голодны. Вот так. Подожди, ты всю рыбу съел? Надя, посмотри, ты что, всю рыбу съел? Так, все. Так и осталось. Рыба вкусно достаточно выглядит. Ты довольна теперь? Я устала, если честно. Хочешь, не хочешь есть? Не, хочу рыбку, хочу, конечно. Ой, арбузик, ну, изобилие. И в кого превратится Паша? Будет ходить гроза рамболи. Так, это нам. Да, вот бумажечки да. Какие-нибудь для вот этих вот штуковин найдете уже. Найдете. Тарелочка. Ну, вот такая, рыбка, вот которая что? прямо с лодочки. Что есть? Прямо только что пойманная. Да. Кошечки, конечно. Ну, красоточка, держи. Нам, ну, как бы да. Я не ем рыбу. Ты не ешь. А я была не готова к этому. К чему? К появлению в кадре? В смысле, ты же ел раньше. Когда я ел. Ну, раньше все ел. Неправда. Нет. Ты же вегетарианец? Да. Ну, как ты это бицули свои чем накачиваешь? Яйцами? Нутом. Что, реально? Хумусом. А ты не пукаешь? Фруктами. Пукаю. Конечно, много. Надь, как ты с ним ночевала? Он нут слушает. Как я с тобой ночевала, Богдан? Я спала. А-а-а! Ты а поэтому вентилятор на все включил? Да, да. Я не могу понять. Смотрите. Да не тебе, слова тебе дают. Да я тоже понюхаю. Представляешь, погоди. Они это, пахнут... Кстати, офигенно пахнут. Пахнут как сирень. Идем встречать... Закат. Или провожать закат. Как правильно? Да, провожать? Да, встречает рассвет, провожает закат. Но уже это, мы его чувствуем, уже проводили, он уже сел. А тут, смотри, отголоски мунсуна тут. Типа сушат. Это кошмар. Да, да все спрело. Да, беспредельно. Заплесневело. Да, не говори. Слушай, ну здорово, что Паша живет так. Да, вот. Три шага и уже море. Да, вот это да, Даш, ну вообще да. Просто. Так повернись, это не видно же ничего. Ты в ту камеру смотришь, да? Даша разрывается. Ну, немножечко успели таки на закат. Это самая важная часть дня. Красотища. Ты в Мумбайске ходила в ночные клубы? Только работать. Только работать? Фиолетовая вата, магия цвет за наших стаканах.
Не, ну стыдно, конечно, такие песни не знать. Когда мы летели на байке, эти пальмы и ветер, пальмы и ветер, эти пальмы там в закате. Мы с тобой что-то там на байке летим и катим, и все, что я копил, копил и потратить. Сегодня потратить, yeah! Что ж, друзья, сегодня у нас получился мега насыщенный день. Можно сказать, блогерская коллаборация. Смотри, да, с быком бегу. Тренировка быка. В целом, найти жилье оказалось не такой уж и большой проблемой, но в том случае, когда ты знаешь, где искать. Надя вот сразу поехала в то место, где жила в прошлом сезоне, и там по доброй памяти, хотя Надя говорит, даже там никто ее не вспомнил, все равно дали более-менее нормальный прайс. У нас уже языки заплетаются, потому что мы прошлись у нас, у меня. Ну вот, видите, все, теперь. Да, что нагуляли сегодня 12 километров просто по рамболе, по жаре. 12? Да. Да, 12. 12 тысяч шагов. А, да, 12, ну вот, все, у меня клиника. Это для меня уже too much, это жирненький за Мунцун стал. Поэтому, друзья, всех целую, всех люблю, приезжайте в Арамбольск, приезжайте в солнечный Гоа. Сезон начинается не плавненько, очень так мы вкатились в него резко, можно сказать, народу уже очень много. До новых встреч! У-ху! Иха!